И еще об одной отставке. Тот факт, что Валерия Гонтарева покинет пост главы Нацбанка, дополнительному обсуждению не подлежит. Об этом сегодня в очередной раз заявила сама руководитель НБУ. По ее словам, уже в мае заседание правления Нацбанка пройдет под руководством ее преемника, если предложенную президентом кандидатуру поддержит Верховная Рада. В противном случае исполнять обязанности будет первый зам Гонтаревой. Кандидатуры возможных претендентов на кресло главы Нацбанка Валерия Гонтарева уже обсудила с Петром Порошенко. Ми обговорювали з президентом цей процес ще 3 місяці, впродовж 3 місяців. Тому вже не треба нічого обговорювати, треба прийняти рішення щодо наступника, який він подасть до Верховної Ради. А тем временем Нацбанк снизил учетную ставку на 1 пункт до 13%. Такое решение приняло сегодня правление НБУ. Учетная ставка – это ориентир для коммерческих банков. Она влияет на процентные ставки по кредитам, по депозитам. Напомню, 3 года назад Нацбанк стал повышать учетную ставку и к марту 2015 года поднял ее до рекордных 30%. Как изменится учетная ставка при новом главе НБУ – вопрос открытый. В любом случае, ему придется продолжить реформирование банковского сектора. Это одно из требований МВФ.